Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. Разработчики мне прислали письмо и сказали: Рэй, продолжай играть, мы добавили еще 50 дополнительных уровней. Пока, потом говорят, еще добавим. Ну что же, я никак не мог отказаться от такого предложения, ребята. И мы с вами начинаем проходить. У нас будет 2 новых динозавра, 5 новых видов врагов и, по-моему, одно новое какое-то заклинание. Ну что, давай для начала с тобой посмотрим, что у нас по улучшениям. Я сейчас как представлю, мы с тобой сотый уровень, помнишь, как проходили? У меня горел пукан дальше, чем я видел. Что сейчас будет происходить, я не знаю. Так, у нас 50 тысяч монет осталось еще. Кстати, друзья мои, у нас вот мамонт новенький. И на 117 уровне откроется вот этот вот спину. Не знаю пока, что он из себя представляет. Так, мы можем, наверное, качнуть. Ага, можем, конечно. Ледышку, конечно, бы надо прокачать, но не хватает. Не хватает нам с тобой немножко денежек. Немножко денежек, понимаешь? И я даже не знаю, что у нас делает мамонт, если честно. Можно, кстати, посмотреть, почитать, что он там делает. С его суперсильным мехом он может защитить твоих слабых динозавров. То есть, типа, как танка. Ладно, пока мы не будем ничего делать, давай посмотрим, что у нас тут. Дополнительный снаряд, это все понятно. Так, ледяной валун. В плане, подожди, а почему у меня ядовитый снаряд, а вот это все 10 уровня? А разве вот это вот у меня не было прокачано? Ведь было же. Ледяной валун, все это было у меня тоже прокачано, наверняка на 10 уровень, не меньше. Так, и, кстати, морозный шок тоже откроется, ребята, на 130 уровне. Твою ж налево. Ну, даже не знаю. Лечение тоже было прокачано у меня. Я не знаю, давай глыбу, наверное, с тобой качать начнем. Очень большой урон. Так, все, закончились, да, у нас с тобой деньжатки. Так, особые предметы. Куст, фальшивое яйцо, ядовитая ловушка, связка бомб, дождевая туча. Вроде бы все это было. Ладно, какие-то задания у нас с тобой. Ага, непростая работа. Победите 500 троглодитов. Так, просто в удовольствии и проще простого. Фух, ну что ж, давай зайдем с тобой на 101 уровень и посмотрим. Так, кого мы с тобой возьмем? Ну, явно не этих олухов. Явно не этих, да? Возьмем с тобой мамонта, посмотрим, что он из себя представляет. Плюс... Так, ледышка. Так, возьмем, наверное, Тирекса. Тирексика. И все, что ли? Ну, предположим. Так, здесь у нас с тобой валун. Так, ледяная бомба. Я, наверное, возьму ледяную бомбу здесь. Два двойных камня. И, наверное... хилку. А, это ядовитый снаряд. Ух, друзья мои. Будем смотреть, что здесь нас с вами поджидает. Плювик. Эй, плювики. Я плювиками уже давно, ребята, не пользуюсь. Ага. Вспомнить бы, как тут что делать-то. Да ладно. Ты серьезно, начинаешь с кустов? Да ну, хорош. Подожди, я на самом деле забыл. А как нам их с тобой обнаружить, ты не помнишь? О-о-о-о, блин. Мы же его, по-моему, даже не тронем, да? Он же типа прикидывается под нашего. Да-да-да, типа под нашего прикидывается, но... мы-то ему... Да, давай, родные мои, бомбим. Что, опять бомжихи? Огненные троглодиты устраняют динозавров с одного удара. Используй против них ледяные снаряды. Эй! О! Нормуль. Так. Эту травить надо. Травить и волнунами, ребята, ее. Бам-бам. Так, тихо, бомжиха, не ори. Травить ее надо, травить, ты понимаешь? Господи, этот побежал еще. Плювик. Офигли плювик-то.
Так, ну этот не добежит. Все, мы его траванули. Так, этих надо тоже травить. Ох, ё-моё, сколько их тут. Ты посмотри. О, другое дело. Так, давай-ка яблоньку улучшим. Так. Ё-моё, я думаю, что такое? Тут же бомжиха эта каменная стоит. Эти еще с копьями здесь, блин. Так, мамонт, а где мамонт? Что он делает вообще? Да, так. Этот морозка-то нормуль все делает. Ну куда ты вот бежишь, а? Вот куда ты бежишь? Так, еще что ли волна? Ну да, судя по всему, еще волна. Смотри, что творит, а? Вот смотри, что творит. Так, а тут шаманов-то нет у них? Блин, да вроде пока нету, но тут и бомжей хватает. Так, надо их травить. Да, я говорю, отравить их. Вот, 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 все хорошо пока. Так, заморозочку еще подбросим и еще отравить. Блин, мамонт, давай выходи. Что же вы такие живучие-то, а? Я могу, конечно, их заморозить. Могу валун бросить. Да, никогда не закончится или нет? Ну-ка, отлично. Вот сейчас было вообще великолепно сделано. Так, мамонт, мамонт. Выручай нас, мамонт. Да что, бомжиху-то пробить не можете, что ли, уже? Траванули. Хотя бы так. Все, бомжиха отдуплилась. Так, срочно, срочно, срочно. Не, надо заморозку делать, ребят. Какой-то трэш просто тут творится, посмотри. Осторожно, троглодиты могут обмануть динозавров маскировкой. Да я как-то не знаю этого, да? Вот этот вот куда полетел, а? Этот полетел, этот побежал. Нет, 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 парень, не надо яйцо трогать. Блин, а у меня есть, а у меня нету. У меня нету, друзья мои, камушков, точнее не камушков, а алмазиков. Ну вот как вот он мог сделать, а? Вот как он это позволил, ребята? А я вам говорил, что не будет все так легко и просто. Трындец. Блин, разве у меня не было вот этих минных полей? Да все это было у меня. Все это у меня было. Так. Слушай, я не знаю, может быть вот этого убрать. Нам надо, наверное, знаешь, что сделать с тобой? Взять, ну конечно же, у нас же Рокко. Рэмбо, точнее. Рэмбо. Так, а вместо мамонта я, наверное, возьму вот этого Стега. По-моему, так у нас, да, будет хорошо. Я думаю, это будет просто эффективно. Так. Что это за капуста? А, это лечение. Это яд, это глыба. Ну, ребят, я не знаю. В принципе, все должно быть хорошо. Все должно получиться. Ну, ты помнишь, 100 уровень жестким был. 101, как говорится, и подавно. Так, где они? Начинается с маскировки все. Бежит, бежит, пройдоха. Да ну. Да как так-то? Ага. Шик и блеск. Так, улучшаем. Правильно, бомжи этих надо валить. Так, ну этот справится один здесь. Так, вот единственное, что этих... А, мы видим их. Так, огненные... Да я понял, что огненные троглодиты... Мы это все прекрасно помним. На что они способны. Так, нам бы с тобой главное яблоньку улучшить еще. Было бы неплохо, если честно. Сейчас попробую я улучшить. Так, подожди, а кто-нибудь там мне помогает? Помогает, но как-то кисленько. Как-то кисленько мне помогают там. Так, Рэмбо, выбегай. Ты ведь собьешь этого хламона? Или нет?
Нет, конечно. Куда он там его будет сбивать? Просто пробежал мимо. Да блин, как эти снаряды летят? Он сейчас мне яйцо разобьет. Да? Ну как же так-то? Я уже не знаю, что тут сделать. Ну вот, например, я его траванул. Ну, как-то так. Что у нас тут происходит? Тут трэш какой-то происходит. Давай, 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 родные мои. Замораживаем их. Тут же и отравление сразу надо делать. Этих тоже, которые вдалеке, их тоже нужно разносить, особенно шаманов. О. Так, шипы. Эти стреляют. Все отлично. Так, что ты мне показываешь? Сюда, что ли, бомбануть надо? Так, слушай, что-то они как-то уже слишком оборзели. Далеко уж, далеко зашли. Вот что я хочу сказать. Опа. Ну. Отдай-ка я вот так сделаю. Это хоть как-то мне помогло? По-моему, нет. Да-ка их там, по-моему, еще целая гора идет. Слышишь, там они кричат? Ну-ка, валун, катанись. А если еще заморозку сделать? Почему я не успеваю? Не могу, ребята. Не хватает сил. А яйцо-то уже рядом. Не имею права, да? Проигрывать. Просто не имею права. Это шаман все там химичит. Вот что. Вот так вот. Это все по его, ребята, совести. Что там, осторожно, Тарглади? Да я понял, что Тарглади-то могут обмануть маскировкой. Вон он бежит, халабуда. Так, нам нужно его с собой поймать. Да как так-то? Не, ребят, ну это какая-то фигня. Он просто с одного удара берет и уничтожает яйцо. Так, ребят, я начинаю бояться этих уровней. Если честно, этих троглодитов, которые летают, а как же мы с тобой подбивали? Слушай, ну их подбивал у нас, по-моему, вот эти вот, да, с хвостами. Они их подбивали, причем довольно неплохо. Да, сложно, однако се. Блин, глыба, все хорошо. Все замечательно, но почему-то не получается. Так, третья попытка. Блин. Динозавры прокачаны неплохо, но мы все равно не справляемся. Понимаешь, мы все равно не справляемся. И вот эти вот снаряды тоже. Ну ты посмотри, куда летят, а. Абсолютно не туда, куда надо. Вот они, вылупились. Ага. Ну тут хотя бы его траванули. Так, но он еще не погиб. Да куда ты? Сейчас уничтожит, да? Нет, ну этот не настолько сильный, как те. Давай, давай. Бомжи этих бомбим. Да я знаю, что огненный торгодит, не надо мне подсказывать. Что же вы все по 300 раз-то мне одно и то же пишите? Они мощные, тут не поспоришь. Но вот эти вот, по-моему, еще мощнее. Бомжихи это вообще самое зло. Бомжихи это самое зло, особенно когда их сзади прикрывает шаманы или еще кто-нибудь в этом роде. Почему? Потому что начинает их хилять. Залечивать, понимаешь? Он начинает их залечивать. Так, давай заморозим. Почему заморозка-то пролетает, я не пойму. Снаряды заморозки просто пролетели мимо. С чем это все связано, скажи-ка мне. Кто там бьет яйцо-то?
трындец. Просто, просто вот как-то вот он появился здесь из ниоткуда, и все. Так, ладно, давай вызывай динозавриков наших. Так, что мы тут с тобой можем сделать? Ну, вот так вот. А этим по барабану. Эти как шли... Слушай, не срабатывает, ребят, я не знаю, в чем проблема. Но не срабатывает, как тебе объяснить-то? Заморозка. Она не работает. И я ничего не могу сделать. Так, предположим, да? Вот я еще бросаю снаряд. Так, вот смотри, летит. По идее, заморозка должна уничтожать. Ну, это травление, это понятно. Так, здесь тоже надо их травить. Да как так-то? Ну, да сколько вас тут, а? Просто орда их. Их здесь орда, тьма тьмущая. Заморозка, быстрее там. Вот, ребят, хотите верьте, хотите нет. Я не знаю, как здесь можно вообще... Как тут можно пройти? Не знаю. Мне не хватает слов. Вам все, яйцо лопнуло. Как? Скажи мне, как? Ух. Это невозможно просто. Это какие еще 50 уровней впереди? Ты мне скажи. 50 уровней впереди, конечно, ага. Вот это вот я не понимаю. Особые предметы. Почему у меня нету вот этих вот связки бомб? Оно должно быть у меня, понимаешь? Должно быть. Дождевая туча тоже должна была быть. Так, слушай, мы с тобой... Давай посмотрим, наверное, бесплатные монетки. Может быть, хватит нам купить? А? Так, друзья мои, 27 тысяч у меня монет. Так, давай попробуем. Дождевая туча. А у нас еще куст какой-то. А куст что дает? Троглодиты потратят на это какое-то время. Скрытая бомба. Скрытая бомба же куплена? Куплена. Защита яйца. Ну, вот дождевая туча только нам остается, да? Окей, а как это нам с тобой все делать? А никак, оно, по-моему, автоматически у нас появляется, да, с тобой? Тучка это, блин, 101 уровень. Что за трэш? Мамонт. Я не знаю, ну, ледяшка нужна по любасику. По любасику. Без нее, ну, просто никуда. Он, так, слабый динозавров. Защищай. Защищай, господи, ты моих слабых динозавров. Не знаю, два тирекса. Нужны ли они мне два-то здесь? Слушай, а вот это что делать? Так, это стена на пути троглодитов. Очень высокое здоровье. Че? У кого интересно больше? У мамонта все равно больше здоровья. Как ни крути. Может, хилочку нам с тобой взять? А вместо чего? Вместо валунов? Нет, вместо заморозки, наверное, да? Я просто не увидел, ребята, чтобы эта заморозка очень хорошо работала. Поэтому будем с тобой, наверное, хилять наших динозавров. Надеюсь, это как-то поможет нам. Чувак аж прям с дерева бежит. Так, вот, вот у нас с тобой минное поле. Так, там у нас там тучка где-то, да? Начинается. Так. Ползут. Ну вот куда ты бежишь, а? Вот скажи мне, Намил, куда ты бежишь? Отравили одного.
Так, ну динозавр-то с ним ничего не сделает, ведь так? Так. Поэтому нужно его с тобой травить дальше. Окей. Так, давай их бомбить. Вот в самом начале все нормально, все легко и просто. Где туча моя? Скажи-ка мне на милость. Где моя туча, которая тушит костры? Я не вижу, ребят. Вижу вот бомжихи, что уже бегут. Это я вижу. Очень прекрасно вижу. Так, давай динозавра лечить. Окей. Целая гурьба, а? Понимаешь, целая гурьба этих. Так, надо вот сюда вот бросать, наверное, валун этот гигантский. Травить, 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 еще раз травить их. Ну вот. Совсем другое дело. Че там? Да как ты? Куда он берется-то? Ну ты серьезно, что ли, блин? Опять не справимся. Опять не справляемся. Шаман этот достал уже, бежит там. Я помню, против бомжих вот эти вот валуны хорошо были, эффективны. Что-то сейчас как-то не особо эффективно, да? Так, ледяшка там бомбит. Давай, наверное, вот сюда вот с собой. Надо вот этого шамана укокушивать. Иначе нам будет плохо. Так, Тирексик, лечись. Давай вот сюда вот быстренько с тобой попробуем забросить яд. Яд не того, вообще не того, ребята, уничтожает. Да ладно, неужели шамана снесли с тобой? Просто чудо какое-то. Он один не справляется. Он, друзья мои, один не справляется. А если я сейчас сделаю, знаешь что? Вот так вот, сюда заброшу. Взорвутся же. О! Прекрасно взорвались. Так, ледяшка, давай. Отстаивай, так сказать, честь. Так, что нам надо? Нам надо, наверное, еще улучшить с тобой. Так, здесь сделаем таким вот образом. И валунчики закинем. Слушай, вот сейчас хорошо. Блин, вот этот летающий. Летающий, ребята. Блин. Все, мы его подбили, да, успели. Блин. Так, осторожно торгуй. Да я понял. Это я помню. Слушай, мы их ушатали. Но это пока начальные были. Давай, давай сюда. Вот быстренько яд. Замечательно. Так, забрасывай с тобой камушки. Что это за звук такой сейчас был? Что это был за звук? Скажи-ка мне на милость. Блин. Вот этого нельзя, ребят, подпускать. Ага, тучка выпала мне. Мне выпала тучка. Да куда он там бежит-то? Надо контролировать постоянно. Траванули. Траванули, и это уже классно. Так, надо еще травить. Все. Так, бомжи и транглодиты идут. Естественно, я буду хилять своих этих динозавров. Так, так, так. По-моему, это последний, ребята. Мне кажется, это последний. Не может быть, я не верю в свои глаза. Что, мы с тобой, наверное, пройдем, да? Новое достижение, друзья мои. Новое достижение. Триасовый распорядитель. Конечно, больше монет. О чем вы спрашиваете меня?
Ну что же, у нас с тобой 40 тысяч. 40 тысяч монет. Ох, господи, как же это было жестко, а? Задание на сегодня. Так, позже. Ну что я могу на 40 тысяч приобрести? Кого-то качнуть? Так ведь? Ну-ка давай посмотрим. Что мы можем с тобой улучшить? Так, ну яйцо динозавра, наверное, нам нужно улучшить, я думаю, да? Секундочку. Ледышка, ледышка, ребята, ледышку тоже надо прокачивать, а нам не хватает с тобой денег. Ладно, я, наверное, потерплю пока, не буду тратить, да? Так, двойной о, двойная глыба тоже нужно прокачивать. Она у меня, оказывается, не максимальная. Я думал, максимальный уровень. Ну что, давай попробуем с тобой пройти 102-ю миссию. Думаю, мне здесь сейчас будет не до веселья. Они же все время улучшаются, становятся сильнее. И мне приходится здесь тут, не знаю, одно место рвать. Вот это вот минное поле нам тогда, кстати, очень хорошо помогло. Да чтоб тебя, сразу начинает с этих. Этот троглодит защищен от всех снарядов, кроме бомб. Блин, друзья мои, это плохо. От всех снарядов, кроме бомб. Ты сейчас издеваешься, ты сейчас будешь вот это вот меня нервировать, да? Ну-ка давай. От всех снарядов, кроме бомб. Так, надо травить их. Да ты, блин, хорош, успокойся, я тебе сказал, а? Минус двоечка. Так, давай травить. Там бомжи где-то у нас кричали, я слышал. Да не то, что слышал, я их уже и вижу. Да кто там опять яйцо-то бом... Как ты меня заколебал, а? Неугомонный просто. Так, ладно, предположим. Этот там еще летит, ты посмотри. Сейчас по яйцу. По яйцу даст и... Нет. Пока вроде бы терпимо еще, ребят. Да ну как тут быть-то, ё-моё. Сейчас разобьет. Все-все-все, ребят, здоровья у яйца очень мало. Я не знаю, как тут быть, а? И эти тут со всех сторон прут на нас, посмотри. Достали уже... Нет, сюда нужны... Которые бомбят, я уже забыл, как там звать-то. Хвостом-то они пуляют. Снаряды. Вот они нужны сюда. Ну-ка, дай-ка я сюда залупенью. И мне кажется, что мамонт нам здесь не нужен. Почему-то вот кажется так, ребят. Могу ошибаться. Ну. Вольнем мы сегодня с тобой или не вольнем, блин? Это только с одной бомжихой мы расправились. Представляешь? Естественно, тут подлечиваешь, все это делаешь. Вон они. Это еще они не в каменной броне. Ты помнишь, что происходит, если они будут в каменной броньке идти? Ну. Давай, 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 родные мои. Валун вызываем. Помог он нам, этот валун? Обалдеть, как помог. Так, вот этих вот надо всех уничтожать. С копьями, с фигопьями. Написали, последняя волна. Нет, этого нисколечко не легче. Если хочешь знать. Вон их там, смотри, сколько сзади. Смотри, сколько сзади шаманов и всего. А сзади уже яйцо, ребята. А сзади уже яйцо. Они его сейчас промнут. Они продавят.
Нет, ну в принципе можно было бы, ребята, выиграть. Можно было бы выиграть, если бы чуть-чуть как-нибудь побыстрее. Чуть-чуть как-нибудь побыстрее реагировать. И мамонта я все-таки уберу. Мамонта уберем, потому что от него толку никакого. Стоит как фиг знает что, его быстро пробивает. И вместо него я возьму брахтиозавра, который хвостом стреляет. Вот его, да, его надо брать. А этого убираем. Так, а вот этого берем, потому что он может подбивать летающих. Да. Ну что, вот теперь попробуем сыграть. Блин, не хватает вот одной ячеечки, ребята. Я бы, конечно, сюда бы взял бы валун какой-нибудь ледяной, может быть. Который промахивается, блин. О, ну ладно. Так, в первую очередь прокачиваем, конечно же, наше дерево. Это, друзья мои, в первую очередь, это необходимость просто. Этот защищен, да, от всех снарядов. То есть он хочет сказать, что это камней, что ли, защищен? Нет, конечно. Я и думаю, как он может быть защищен от всех снарядов. Да и вот этот лечащий снаряд тоже, ребята, нужно поменять. Вот что я тебе скажу. Надо его менять. Ну... Да хоть что-нибудь, так кто-нибудь там сделает что-нибудь. Че? Я в шоке. Я в шоке, что здесь происходит. Я вообще ничего не успеваю сделать. Ну. Давай, давай, давай. Нам нужно, я не знаю, как-то их сдвинуть, сбить. Откинуть. Яблоки, это все, конечно, хорошо. Давай, давай, травим их, травим, лечим. Опять он по яйцу бьет, а? Ну вот как тут быть? Нет, ребят, это трындец. Что там, смотри видео, чтобы получить две жизни. Так, получили с тобой две жизни. То есть две попытки еще. В шоке. Я тебе говорю, я в шоке. Сколько у нас денег там, кстати? Дай-ка гляну. 49 тысяч. Что я могу улучшить? Да ничего, да? Вот я, наверное, возьму, ребята, глыбу. Да, пускай она одна, но это лучше, чем лечащая фигня какая-то. Так. Ну чё, погнали. Здесь оставляем все как есть. Здесь мы с тобой убираем вот это вот и берем вот так вот. Надеюсь, я поступаю правильно. Пускай даже одна глыба, но хоть какой-то толк. Чем от этого хилищего, вообще никакого толка нету. Да я знаю, знаю, что этот троглотит. Не надо мне по 30 раз напоминать одно и то же. Не надо. Так, бегут. Бегут, да, хламоны? Вот куда ты летишь, а? Вот как они так быстро продвигаются, а? Вот скажи мне. И уже бомжихи запели. И уже бомжихи запели свою серенаду. И это прям вот раздражает. Прям не могу как. Сколько этих еще чудиков-то тут будет? Вы издеваетесь, что ли? Конечно, издеваются. В прямом смысле слова, просто издеваются надо мной. Копьями, да? Все дела. Так, попробуем валунами, наверное, прибить их. Ты достал уже, а? Тут в корень. Я не могу, ребята, мне не хватает терпения просто.
Ну, как вот тут быть? Что за мега сложность-то, а? Что это вообще такое? Как, почему? Все, сейчас кольнут, и, ребята, яйцо лопнет пополам. Ужас. Это ужас, я тебе серьезно говорю. Тут даже не до шуточек уже. Эти там летают, эти мешают. Ну и как хочешь. Это еще не в каменной броне, ребят. Я как вспомню, как эти будут в каменной броне бежать. Бомжихи те же самые. Все. Сразу что-то мне плохо становится. Просто вместо тиранозавра мне некого больше здесь поставить. Понимаешь? Ледышку если только убрать. Блин, ледышку берешь, кого-то поставишь вместо него. Да никого. Шрапнель. Много маленьких сюрпризов. Так, для злых троглодитов. Давай попробуем шрапнель, может быть. С ней будет как-то поэффективнее. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что будет тут эффективнее от них. Так, ладно. Летят, уже летят. Да я знаю, что ты... Давай сделаем так. Будем вызывать уже потихоньку с тобой динозавров. Травлять их. Как они быстро-то, а? Давай валуны, все подряд. Да ну. Этот еще не может с ним справиться. Да идите вы в баню, а. Вы серьезно, что ли, сейчас? Жопа. У меня нет слов. Я уже не знаю, что делать, ребят. Мне дали гигантский булыжник. Предположим, попытка у нас с тобой последняя. Жесть. Последняя попытка. Поехали. Шрапнель. Да. Одно название — шрапнель. Заморозка что делает? Просто замораживает так на время, да? И все. И все, что она делает. Давай проверим. Не надо мне втирать по 300 раз одно и то же. Ну ладно, здесь он получит свое, да? Да почему ты поэтому-то не попадаешь? Я никак не могу врубиться-то. Раньше попадал по летающим, насколько я помню. Сейчас вдруг перестал попадать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Еще один пройдоха бежит, а? Вот этого-то, блин, ну можно же было вальнуть-то, господи, ну. Да это натуральное издевательство просто-напросто, вот и все. Просто натуральное самоиздевательство. Вот это вот, что я вызвал метеорит. Ты хоть видел, чтобы хоть как-то мне... Не мне точно, а вообще хоть как-то помог. Я вообще не вижу, ребят, от него никакой помощи. Ну что такое? Почему снаряд ледяной пролетает мимо? Я не понимаю, почему он не замораживает? Он должен морозить. Чё не так-то опять? Почему яд неэффективно бомбит? Не, господа разработчики, вы как-то займитесь игрой. Если вы делаете обновление, то делайте нормальное. А не то, что тут половина не работает. А оно действительно не работает. И я не преувеличиваю. Ну как так вот? И должно все это срабатывать, и нифига. Ледяные валуны пролетают. Ну что это за дела такие, а?
Я вот и думаю, что что-то как-то вообще, ну, невозможно тут играть, потому что... Потому что вот так вот получается. Не знаю, ребят. Если мы даже... Да чтоб тебя, тут бомжиху так... Ну вот что такое? Ну валун просто пролетает мимо. Ну ледяной валун пролетает мимо. Такого не должно же быть. Прекрасно все понимают, что такого не должно быть. А оно происходит. Поэтому, ребята, я и проигрываю. Он должен замораживать. Ну, он этого не делает. Ой. Так что, друзья мои, на сегодня пока все. Как видишь, ну очень сложно. Да и самое обидное, что... Не работает заклинание. Заморозка, она должна морозить, чтобы они стояли на месте. Это какое-то нам дает преимущество. А если снаряды просто вот так вот мимо пролетают, это... Это, извините меня, я умываю руки, тут никто не пройдет тогда. Так что, пока все, ребята. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам.